печем. Сегодня мы готовим? Сегодня мы готовим маффин и... Банановый маффин, да? Банановый маффин. И сейчас мы начинаем. Да, сегодня мы будем готовить вместе банановый маффин. Это очень вкусно и очень просто, да, Алексей? И сейчас начинаем. Что нам для этого надо? Нам надо 4 средних или маленьких, очень зрелых банана. Вот это. Ага. Алича, ты начинай. Надо хорошо раздавить эти бананы. А ну-ка, ты можешь вот так хорошо? А ну-ка, давай я тебе покажу. Смотри, вот так, видишь? Вот так. Можешь? На. Так, пока Алича занимается бананами, я вам расскажу, что нам дальше надо. Значит, нам нужно 4 средних размера банана. Они должны быть очень-очень спелые, переспевшие, да, мягкие. И потом нам надо положить куда-нибудь. Нам надо 225 граммов муки, 150 грамм сахара, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды для выпекания. Готово, мама! Также нам нужно 1 яйцо. Готово. А еще не готово, Алича. До конца хорошо, все надо хорошо раздавить. И 80 грамм оливкового или растительного масла. И сейчас еще не начинаем. Да. Вот все, что нам нужно. Это быстро делается, и дети очень любят, это очень вкусно. И вы можете вместе с детьми готовить. И они будут радоваться, потому что в основном все дети любят готовить, да? Ага. Ты любишь как? Это мой frozen dress. А это у Алича такое красивое платье frozen, да? Да. Давай. Хорошо делай. Вот так, смотри, давай я тебе буду показывать, как надо. Смотри, вот так хорошо дали. А мы где делаем? Нет, ты сама, ты же любишь готовить, ты делай. Как ты догадывала? Алич, ой, ты, я знаю, что ты все можешь делать. Я тогда это я буду заканчивать, а Алича сейчас дальше будет продолжать. Мы смешаем муку вот здесь. Угу. Аккуратно, давай вместе вот так насыпем. Вот так, молодец. Так, мы добавим пол чайной ложки соли, чуть-чуть подожди-ка, вот так. Потом добавим чайную ложку, полную чайную ложку, этих, чуть-чуть даже побольше можно, соды для выпекания. И сейчас мы попросим, чтобы Алича хорошо все это смешала. А я пока наши бананы буду давить. Чтобы... А я не просто стирать. Ну, ничего страшного. И сейчас давай смотрим, как Марта, мы будем готовы. И потом мы положим. И потом мы будем делать. Вот здесь делай, Алич, аккуратно. Аккуратно, чтобы не рассыпать все, хорошо? И потом мы будем положить там. Угу. Хорошо, все, молодец, это мы закончили. Сейчас мы дальше. Это мы муку смешали с тем, с содой и с солью. А вот в другом тазике мы будем перемешивать наши бананы. Это я буду кушать. Да, когда будет готово, ты будешь кушать. Все мы будем кушать, потому что это очень вкусно. Так, бананы. Потом сахар. И сахар. Сахар. На, вот это тебе. Перемешивай. Да? И яйцо. 1 яйцо. Я упомянула или нет? Может, я забыла сказать. 1 яйцо нам надо. И вот так хорошенько перемешали. Что дальше? Хорошо перемешай. Ну. Молодец, мам, ты очень хорошо работаешь. Ладно, давайте поможем тогда. Вот так перемешиваем.
Вот так. Также добавляем 80 миллилитров нашего растительного масла. Так, добавили. Сейчас я буду пользоваться. Перемешиваем, молодец. Сейчас чайник. А сейчас мы муку тоже сюда засыплем. И все это мы перемешаем. Давай это я чуть-чуть, я помогу тебе, а ты будешь перемешивать, хорошо? Да. Вот так. Сейчас. Мешай. Сейчас мы большой ложки наберем. Аккуратно, чтобы не высыпать, да? Аккуратно мы вот так берем. И потом мы только начинаем. И когда мы готовим, мы будем что-то кушать. Мы будем, когда будет готово, мы будем кушать, да? Да. И так. Мы с мамой покажем, мама. Знаешь, как ты хорошо, молодец. Ты любишь готовить, Алича? Води. Еще не готов, Алича. Еще вот так, чтобы все хорошо перемешалось. Вот так. Аккуратно. И когда мы все это перемешаем, уже будет готово. И потом что? А потом мы положим в духовку и будем выпекать. Вот а что нам надо сделать сначала? Сейчас я тебе покажу. Ты знаешь, что надо. Что надо сделать? Подожди, подожди, я принесу сейчас. Так, вот так. Не надо очень сильно там перемешивать. Главное, чтобы получилась однородная масса. Так, все уже однородная масса. Сейчас мы приготовим форму. Сейчас мы приготовим наши формочки, да? И потом зальем наше тесто и поставим в духовку на 175 градусов. Уже можно включить духовку, чтобы она подогревалась. И минут 20 увидите, что ваши маффины поднимутся. Через 20-25 минут можно доставать, и приятного аппетита будет вам. А долго? Видите, как Алича хорошо работает, да? Сейчас ты будешь заливать вот это все. Давай. Вот так, смотри. Да. Держи. Или хочешь, я сделаю? Я сделаю. Ты сделаешь, давай. Аккуратно, да? Угу. Наливаю тебе. Угу. Еще одну ложку. Угу. Да, следующий сейчас. Давай я тебе буду помогать. Я буду. А мы не чуть-чуть? Не, я не хочу делать. Хорошо, ладно. Я делаю, почему я умная. Я знаю, что ты очень умная. Молодец, молодец. Очень хорошо ты делаешь. Стоп! Нет, давай еще, Алич. Еще, а то здесь мало, еще надо. Почему? Ну, чтобы большой маффин получился. Вот сюда еще добавь. А там enough? Нет, еще нет. Давай. А, там enough, да, там хватит. Вот здесь другой добавляю. Здесь, наверное, хватит уже. Вот сюда добавляю. Вот, посмотрите, Алича сделала свою работу. И даже она попробовала. Вкусно, Алича? А? Знаете, как она все облизывает? Даже еще не готова и уже очень вкусно. Все, наша духовка уже нагрета до 175 градусов. Сейчас мы кладем наши маффины для выпекания.
минут на 20-25. Посмотрите, наши маффины готовы. Немножечко тут Алича все перемешала, но это ничего страшного. Главное, что вкусные маффины. Сейчас мы их достаем аккуратно, очень горячие. Перекладываем на нашу тарелку. Видите, как они поднялись? О, горячие, очень горячие. Они большие. Надо аккуратно, чтобы ручки не сгорели, да? Они большие. Они большие. Ты видишь, как они выросли? Очень big. Очень, очень большие. Ну, давайте пока вот это пусть остывает здесь, а то очень горячие. Вот сюда положим. Алича горячие, аккуратно. Вот так мы откроем, да? Чтобы они остыли. А запах какой вкусный, да, Алича? Ты чувствуешь, какой вкусный запах идет от маффинов? Сейчас, знаешь, как вкусно? Че? It's hot. А теплое, это теплое, не горячее, уже вкусное. Давай. А ну посмотрим, как Алича хорошо кушает наши вкусные маффины банановые. А запах прямо обалденный по всей кухне, да? Горячая? Ну, подуй немного, подуй. Окей, сейчас попробуй, давай. Сейчас попробуй. Вкусно? Ага. Молодец. Видишь, сама приготовила и сама кушаешь. Молодец. Скажи пока всем. Сейчас мы будем кушать и пойдем на улицу, да? Скажи пока всем. Пока всем. Пока, ладно. Алича занята, у нее ваш маффин, да? Хорошо. Пока-пока.